Всем привет, дорогие друзья, с вами Савл, я продолжаю играть в Spin Tires, и я продолжаю на том, на чем я и закончил в прошлой серии. А именно я нашел УАЗик и поеду дальше исследовать мир. На этот раз я рисковать не буду, поеду по этой асфальтированной дороге. Пока что телепортироваться не буду, хочу просто исследовать. И уже потом, когда у меня все закончится, пожалуй, поехать и... Точнее, нажать на кнопочку и вернуться в гараж. Ребята, тут туалет. А, кстати, чей это дом? Может, там есть люди? Может, это его УАЗик? Может, мы сейчас совершаем ограбление? Автомобили на дорогах не валяются так просто так в лесу. Причем, в принципе, в рабочем состоянии. Ну да, чуть-чуть покоцанный, ну да, бензина не так уж и много, но ведь едет же. Я понимаю, тут встречаются машины полностью без топлива или полностью в хлам раздолбанные. Но ведь это не этот случай. Так, вот она, дорога. Да, и вот тут уже, в принципе, можно взять да срезать. Так, уже не первый раз я прерываюсь, к сожалению. Постоянно меня норовят отвлечь. Тут совершенно близко находится автомобиль. Я просто обязан его прямо сейчас активировать. Интересно, в каком он состоянии там находится. Так. Тут надо быть аккуратным. И переезжать воду вброд. Потому что кто его знает, что там на дне находится. А может, тут есть какие-то переезды? Вот я вижу, что вот тут вот есть какой-то намек на... Так, тут аккуратно, чтобы не перевернуться. Намек на выезд. Меня, знаете, течением уносит. Вот такое сильное течение, прям вообще зверское. Река такая суровая. То есть нужно валить на все деньги. Давай. Есть. И у меня осталась целая единица здоровья. Целая единица. Эх. На камешек нападу, все, мне кранты. Так, вот, я приехал. Ну вообще, если так подумать, то вот нормально поиграть на симуляторе можно только в кооп. Ну, так как всегда есть взаимопомощь. Я, конечно, не говорю, что невозможно в сингле пройти на симуляторе, но очень много попа боли доставит это. Я так понимаю, она будет пустой этот. Как его? Как тебя? Ладно, забыл название модели. Напишите в комментариях. Ну да, тут пустой бак с топливом. Печально. Собственно, я все-таки попробую еще маленько проехать на данном УАЗике. Но до следующей точки почему-то что-то мне подсказывает, что я уже не доеду. Надо было починить Уральчиком наш УАЗик. Так, а вот тут уже широкая река, нельзя тут переезжать ее. По крайней мере, я рисковать не буду, у меня целый один хп. Не, ну конечно, я имею в виду не лошадиные силы, а единицы здоровья. Ну, я думаю, все поняли это, да? Вообще, я подозреваю, что тут, в принципе, можно было проехать без разгона. Вы видели там какие искры? Это, наверное, от тормозов. Искры. А, предлагаю срочную эвакуацию, хотя меня сейчас унесет течением, и мне придется автомобиль потом свой доставать. Да, в гараж. Я ухожу в гараж. Да.
Так, ремонтные части я брать не буду, потому что автомобиль не такой поворотливый становится вместе с ним. И все-таки надо поискать то место, где тут можно съехать. Ну или, по крайней мере, давайте эксперимент. Полетели! Какое-то умное дерево меня остановило. Нет, я точно решил, что мне нужно это сделать. Тормозим, аккуратненько тормозим. Ой-о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 й
и не выбраться. Да? Да. Так, все, фейл. Начинаем заново. Спаунимся вновь тут. И попытка номер два спрыгнуть отсюда. Но все-таки повеселее на Аркадии играть. Есть в этом свой смысл все-таки. Так, аккуратно, аккуратно. Не разбивайте вы ямки, УАЗик мой. В общем, самая неудачная идея, которую я только мог придумать. Сейчас опять во враг завалюсь. Нет. Возвращаемся в гараж. Это был чисто эксперимент. Рубрика «Эксперименты». Так, едем не по колее, но меня все равно туда активно засасывает. Вообще, на самом деле, такую... Ой-ой-ой-ой-ой, как растарабанило-то. Такую невыносимую трясучку придает именно камера. Ну, хотя... Нет, все равно автомобиль чересчур трескуч. Кстати, я тут вообще... Нет, ну модели, похоже, ни пружин, ни амортизаторов нет. Ничего в этом страшного нет. И надо просто продолжать движение. Вот, дорога. Я помню, что вот тут дорога, она... заканчивается. А, нет, она не заканчивается. Вот тут вот есть спуск. Как же я его раньше не заметил? Ладно, давайте поехали проверим. Задний привод. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, насколько безопасен этот задний привод ваш. А, вот она, дорога. А почему я в прошлый раз? Что со мной произошло? Что было не так? Тихо. Конечно, ручник так лучше не включать. Потому что, ну, мало ли, вдруг еще мост выдерет. Ну, в принципе, машина рассчитана и на большие нагрузки. Так, серпантин, горный серпантин. Задний привод все-таки заносит. Кстати, у УАЗика тоже жестко подключаемый передок. Тут тоже спереди нет блокировки дифференциалов, точно. Тихо, 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 аккуратненько. Ну как аккуратненько? В небольшом дрифте почти... Нет, 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 нет. Включаем. Блокировки, полный привод, выезжаем. Так, немножко в дрифте по серпантину, а. Почему бы и нет? Почему бы не подрифтить на внедорожнике? В общем, таком хардкорном, жестком внедорожнике. Так, ну... Угу. По краю реки, в принципе, можно попробовать тут проехаться. Так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Ну как аккуратненько? Я уже больше сотни урона огреб. Относительно аккуратненько. Давай, езжай, езжай. Так, все, разведал эту территорию. Тут, оказывается, очень такие серьезные горы. Я так понимаю, вот отсюда вообще сюда никак не попасть. Так, я тут был, я тут не был. Нет, я тут не был, я так понимаю, потому что
Где я УАЗик засадил, это было вот в этой части карты, вот около этого, да, вот тут река есть. Вот того автомобиля. Крас вроде, да, и крас это. Крас у нас стоит. Всякие ветки никчемные мне мешаются. Так, ну придется использовать лебедку. Главное не перевернуться. Вот, отлично. А вот главное, когда проезжаешь сквозь ветки, наносится урон, а когда впиливаешься в дерево там в километрах, ну хотя бы в 15 в час, то тебя просто останавливают, даже урон не нанеся. Интересно, интересно. Вообще я люблю прикапываться ко всяким мелочам. Я, конечно, не говорю, что это все ужасно, все невыносимо. Ну просто люблю досконально изучать со всех сторон всякие игры. Так, и что нам? У нас опять подъем в гору, да? Точка разведки. Ой-ой-ой, как не близко-то. А он та не так уж и далеко, так что попробую проехаться по этой дороге. Не уверен, что она мне приведет именно туда, но да, туда приводит совершенно другая дорога. Ну хотя тут горка не такая хардкорная. Ну да, и в принципе осталось всего лишь три точки. На этот раз, в принципе, игра уже движется продуктивнее. Ну, потому что я играю на аркадном режиме, и меня не останавливает ничего, когда я засадился вот в просто нереальном месте. Давай, езжай, езжай, УАЗик. Я, конечно, вижу, что ты пытаешься ползти вправо, но ты сможешь, я в тебя верю. Вот, точка разведки. В принципе, не так уж и далеко. Так, все, аккуратно, аккуратно. Все, приехал. Думаю, на этой ноте я закончу данную серию. Всем спасибо за просмотр. Наручник надо УАЗик поставить. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, всем пока.